эфире новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте, и вначале коротко о главном. От сырья до готовой продукции. Президент сегодня посещает с рабочей поездкой Гомельскую область. Каким будет сотрудничество Беларуси и Китая до 2020 года? Проект дорожной карты подготовили в правительстве. Из Беларуси в Египет национальный авиаперевозчик возобновляет чартерные рейсы в страну пирамид. Он известен яркими и необычными образами. От Саши Белого до Есенина и Пушкина Сергей Безруков сегодня отмечает юбилей. Президент требует максимально эффективно использовать плодородные земли на Полесье. Как один из возможных вариантов, масштабное выращивание здесь импортозамещающей садоводческой продукции. На это обратил внимание глава государства сегодня во время рабочей поездки по Гомельской области. Александр Лукашенко посетил предприятие, где выпускают консервированную продукцию и производят мраморное мясо. Однако рентабельность пока не достигает необходимого уровня, а вложенные деньги, в том числе и кредитные, надо возвращать. Туровщину загубить не можем. Мы же с тобой стояли здесь. Я ее облетел 25 раз. Вы посмотрели, какая земля. Здесь же до 100 баллов поля есть. 100-бальная система. Это же нигде нет. Это в мире редкость. Для меня принципиально важно, и он прав. Спрос на эту продукцию у нас есть. У нас это импортозамещение. Импорта. Все правильно. Нам тянут сюда всякую гадость эти яблоки. А, вкусно. Да вкусно. Сегодня вкусовые качества можно сделать за одну неделю. А наши не хуже. Наши лучшие. Наши лучшие. Мы умеем это делать и знаем, что это рентабельно. Так давайте хоть свой рынок заполним. Чтобы люди наши ели не всякую там с Польши, шоткую-то привезенную гадость. Пусть сами едят. Мы своих людей должны накормить качественным продуктом. Поэтому с этой точки зрения он прав. К примеру, он взял сад. К примеру. Ну, можно что-то другое. Возделывайте бахчевые культуры. Почему с малевичек это можно, здесь нет? Мы же тоже их завозим на миллионы долларов. Я говорю, к примеру. И он говорит о том, что это надо сделать здесь. Почему? Потому что здесь земля Богом выложенная. Такой земли нет. А мы будем здесь пасти коров на этой земле. Или же кукурузу сеять. Если надо подкорректировать, давайте подкорректируем. Мы, по ходу, делаем. Мы сконцентрируем под это средство. Это того стоит, потому что мы тратим деньги на импорт. Мы валюту тратим. Как эффективно использовать сырье, рассказали Александру Лукашенко на Туровском молочном комбинате. Предприятие существует всего полгода, но здесь нашли, чем удивить белорусских гурманов. Производят сыры по итальянской рецептуре. Моцарелла, маскарпоне, рикотте. Эти молочные продукты не только на белорусских прилавках. Сейчас на экспорт идет четверть производимых объемов, в будущем 80%. Пока завод работает не на полную мощность, сутки выпускают 8 тонн сыров. Оснащение предприятия позволяет производить 3,5 раза больше, но для таких объемов не хватает сырья. Счастье здесь. И это счастье кроется в земле, в механизаторах, доярках, в коровах, в молочно-товарных комплексах. Поэтому вот берите все, считайте, что это ваш. Можете вкладывать, вкладывайте, кредитуйте, платите, но найдите интерес так, чтобы там развивалось. На земле, в коровниках, коровы доились и так далее. Я вас не считаю, хоть вы в основном частное предприятие, чужими. Вы действительно, если выстроите нормальные отношения, дадите толчок не только Жидковичскому району. Вы дадите толчок к развитию целого части Полесья, целого региона. Я в этом заинтересован, как президент. Надо развить эту землю. Здесь отличная возможность для того, чтобы иметь молоко. Сейчас в цене молоко. Переработаем здесь. У вас еще большую добавленную стоимость получит. Я ему говорю, ставь вот на берегу реки, ставь здесь производственное помещение, какие-то даже примитивные коровники. Даже если не получится заготовить 2 года запас кормов, чтобы стоиловое содержание перейти коров, паси их в этом. Будет эффект все равно хороший. Подкармливай. Получишь ты не 7 тысяч, ты получишь 4-5, если хороший скот будет. 5 тысяч молока. Достаточно, себестоимость будет низкая. Но надо взять это молоко. И вы в этом тоже должны участвовать. И подробнее о рабочей поездке президента в нашем вечернем выпуске в 19:30.
Условия для развития в Беларуси гражданского общества улучшатся. На это направлен законопроект, который одобрили сегодня сенаторы. Речь идет о деятельности политических партий и других общественных объединений. Принципиальных изменений документ не предусматривает, однако поправки позволят ускорить как их создание, так и ликвидацию. Будет упрощение по созданию организаций, общественных организаций, с учетом того, что ранее требовалось 50 учредителей от каждой области, и на данный момент требуется большинство. Он не вносит каких-то кардинальных, принципиальных вопросов. Он сегодня развивает очередной раз нормативную базу по формированию гражданского общества, по формированию государственности, по развитию общественных организаций, общественных структур, политических партий Республики Беларусь. Молодежь в построении сильного и суверенного государства должна играть ключевую роль. Об этом сегодня шла речь в Борисове, где собрались представители общественной организации «Белая Русь». Председатель объединения Александр Радьков также отметил, что особое внимание следует уделять индивидуальной работе с людьми. К слову, в организации работают общественные приемные, куда все чаще обращаются граждане со своими идеями. Не стоит недооценивать и роль так называемых первичек, особенно это актуально накануне выборов в местные советы. Наряду с такими мощными идеологическими задачами, как поиск формулировки нужной национальной идеи, есть еще проблема, к примеру, социальных лифтов. Вот мы видим актив, ту же молодежь. Вот она вчера была на коллоквиуме, она же яркая, красивая, она достойная. Но надо так продумать, чтобы она себя могла реализовать. Кстати, и в профессии, и в деле. Ну вот вчера, кстати, тоже было обсуждение, а кто вот пойдет в учителя? А кто пойдет в воспитатели? И президент говорит, что тут надо не только зарплатой, надо искать людей, которые склонны к этому, которые без этого жить не могут. Проект дорожной карты белорусско-китайского сотрудничества подготовили в правительстве. Об этом сегодня заявил журналистам вице-премьер Беларуси Анатолий Тозик. Программа взаимодействия двух стран разработана до 2020 года и включает в себя более 150 конкретных проектов по различным сферам. Напомню, проект дорожной карты двустороннего сотрудничества предложил разработать президент во время визита в Поднебесную в июле этого года. Александр Лукашенко поручил выполнить эту задачу до конца 2013-го. Сейчас эту карту мы передали, или программу, на рассмотрение китайской стороны. Вот в понедельник в Пекине состоится заседание, 14-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где мы обменяемся мнениями в отношении содержания этой карты, ну и планируем подписать ее во время ближайшего визита премьер-министра нашей страны в Китае. Из Беларуси в Египет. Национальный авиаперевозчик возобновляет чартерные рейсы в страну пирамид. Первый самолет в Хургаду вылетит уже сегодня. Напомню, такое решение было принято в связи с нормализацией ситуации в курортных районах Египта. По последним данным, обстановка в Арабской республике в целом стабилизировалась. Уличные баталии перешли в политическое русло. В частности, министры ищут новые пути выхода из кризиса. 8 ноября будет обычным рабочим днем. Об этом сообщили в правительстве. Выходной только четверг, 7 ноября, день Октябрьской революции. К слову, длинного уикенда у белорусов и не предусматривалось. Все переносы рабочих дней на этот год были спланированы и опубликованы заранее, и вносить корректировку в график не будут. Централизованное тестирование в этом году пройдет по старым правилам, а в правила приема в вузы и СУЗы внесут некоторые поправки. Об этом сообщили в Министерстве образования. Так, в новой редакции много предложений по целевой и контрактной подготовке, а также по поддержке студентов во время обучения. Документ находится на согласовании. Сейчас же горячая пора у старшеклассников. В стране проходит репетиционное тестирование. Проверить свои знания, как и в прошлом году, можно по 14 предметам. Достаточно много вносится корректив в правила приема. Они больше касаются целевой контрактной подготовки и так далее. Но что касается структуры вступительных испытаний, что касается централизованного тестирования, на следующий год никакие изменения не предусматриваются. Далее в выпуске «Спортивное обозрение» Анжелики Урман. Полная информационная картина дня в 19:30 с Ольгой Бельмач. Я же на этом прощаюсь. Всего доброго.